В преддверии нового учебного года детям Лебяжинской школы были подарены необходимые вещи и канцтовары. Их вручили после благотворительного концерта. В районе проблемам подрастающего поколения уделяется много внимания. Собрать детей в школу решила молодежное крыло «Жасутан». Их поддержали старшие наставники. На сегодняшний день, в первую очередь, мы большое внимание уделили нашим выпускникам, которые в этом году закончили школу, но не участвовали в сдаче единого национального тестирования, и дети, которые участвовали, но не набрали пороговый уровень. На сегодняшний день пороговый у нас насчитывается порядка 12 человек, все они трудоустроены и поступили по данной программе в среднее техническое учебное заведение. В районе за счет местного бюджета планируется оказание помощи 400 детям на сумму 2 миллиона тенге. 54 госучреждения и организации закреплены к 42 ученикам Лебяжинской школы. У нас сейчас около 400 детей, которые нуждаются в помощи по району. Партия «Нур-Отан» и молодежное крыло «Жас-Отан» решила помочь хоть и не всем, но внести вклад в процесс подготовки к учебе. До конца августа будет вручена вся необходимая одежда для детей. На сегодня по району спонсорами оказана помощь 164 детям на сумму 284 тысячи тенге. Нурия Сабирова, Дармен Шатанов, Анатолий Классин, ЕРТС-Информ из Лебяжинского района.